Зимние морозы птицам не страшны. Над пернатыми взяли шество воспитанники Центра детского творчества «Огниво». В минувшие выходные малыши вышли на улицы, чтобы развесить кормушки на деревьях. Столовые для птиц учащиеся мастерили дома. Место для них нашли во дворе Центра детского творчества. Акция началась с познавательной игры викторины, в которой юные мастера отгадывали загадки про птиц. Затем приступили непосредственно к вывешиванию кормушек. Стоит отметить, что к их изготовлению малыши и их родители подошли ответственно. Использовали всевозможные материалы – от коробочек из-под тортов до березовой бересты. Мама придумала из коробки. Такая коробка была из-под куклы. Чтобы птичкам было тепло. И чтобы хищные птицы их не поймали. И чтобы они не были голодными. Впрочем, удовольствие получили не только дети, но и их родители. Говорят, смогли окунуться в свои школьные годы. Она у нас называется «В гостях у бабушки». У нас получилась такая татарская кукла. И мы решили сделать, что в гостях у бабушки. Ну, как по-татарски это звучит, мы не знаем. И говорим, в гостях у ЭБМ. Конструкцию сами придумали. Главное, у детей была задача, чтобы у птичек была крыша. Материал подручными материалами. Не искали подручные материалы. Ухаживать за кормушками воспитанники «Огниво» будут каждый день в течение всей зимы. Организаторы отмечают, что такие акции учат детей заботе и дисциплине. В течение всей долгой холодной зимы и дети, и родители, и даже жители микрорайона подключаются к нашей акции. Они подходят, приходят. Здесь у нас огромные сугробы. Все с удовольствием приносят корм и кормят наших пернатых. Но приятные подарки в этот день ждали не только пернатых. Все те, кто принимал активное участие в акции, получили сладкие призы от ее организаторов. Чудо 2, чудо 3, посмотри, какие сладкие призы! К слову, сразу после ухода ребятни птицы облюбовали теплые местечки. На деревьях они собрались целыми стаями. Малыши без проблем смогут положить пищу даже в те кормушки, которые установлены высоко. Для этого здесь придумали вот такое нехитрое устройство. Дергаем за веревочку, и крупа уже в кормушке. Эльвира Салахова, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.